Дорогие друзья, всем привет! Относительно недавно мы делали обзор на коаксиальную систему от Light Audio, и вот к нам наконец-таки приехала компонентка. Отличается она, естественно, наличием кроссоверов и выносного отдельного высокочастотника. При этом материалы также немного отличаются, и все очень и очень интересно. При бюджете в районе 12 тысяч рублей в розницу динамики показывают себя крайне хорошо, при этом имеют очень большой диапазон настройки, и от процессора играть будут намного лучше, чем в тесте, который у нас сегодня будет проходить. Ну а перед этим расскажем про сами материалы, про характеристики. Поехали! Первым делом, естественно, берем в руки низкочастотник и видим здесь следующее: пенопропиленовую губу, крайне мягкую, и диффузор, который соткан из металлизированных стеклопластиковых нитей. Это проверено омметром в нескольких мастерских, мы просто дублируем информацию. По центру находится колпачок, который сделан из пластика, но по внешнему виду, откровенно говоря, напоминает шелк, и, возможно, из-за этого он немного выдает больше средних частот, чем ожидается. Центрирующая шайба сделана из ткани, лопатки довольно-таки широкие, это просим учесть. Ферритовый магнит и стандартная, в принципе, магнитная система, то есть моторчик. Далее перейдем к кроссоверу. Здесь он вот такого вот вида. Спады имеет второго порядка, двухполосный, все стандартно. При этом есть переключатель на минус 6 и минус 12 дБ на твиттере. То есть твиттер еще и урезан. Кстати, если говорить про него, то здесь все очень даже здорово. Пластиковый корпус, металлическая сетка сверху. Купол у него сделан из алюминия, однако покрыт он титановым напылением, и мы получаем легкость алюминия и жесткость титана. При этом диффузор у него сделан из шелка, соответственно, твиттер получился крайне необычный, но играет он, надо сказать, великолепно. Провода довольно-таки тонкие, мягкие, приятные, при этом надежные. Это все-таки медь в конце немножко луженая. Если говорить в общем и целом про этот комплект, то материалы здесь крайне необычные, и Light Audio с самого начала этим выделяется. Давайте же смотреть на их характеристики. Номинальная мощность у всего комплекта 60 Вт, сопротивление 4 Ом, чувствительность при этом 93 дБ, что довольно-таки, ну, высоко. При этом от штатки они, естественно, играют при такой номинальной мощности и чувствительности, это все получается неплохо. Посадочная глубина всего 66 мм, а значит, на замену штатки не пойдут, плюс магнит, он совсем небольшой, и в низкочастотнике, и высокочастотник также не особо гигантских размеров, они спокойно влезут в штатные места. Кроссоверы, да, не совсем стандартные, не совсем маленькие, однако в двери места много, и запихать их туда спокойно можно, или же под панель, удлинив провода на высокочастотнике. Если говорить про в общем и целом, что эти динамики из себя представляют, пока что это темная лошадка, которая еще особо не разыгралась на рынке, однако материалы, качество, мощность плюс звуковые характеристики, кажется, вскоре выведут этот бренд куда-то очень и очень высоко. А мы пока что давайте перейдем к тесту и послушаем их вместе с бламами, цена за комплект которых примерно 14 тысяч рублей. Поехали! Небесных тел, мы с тобой обвенчаны парадом планет.
комета в моей атмосфере. Встретились на одной сцене. Всего лишь миги мы его разделим. В колесе перерождений. Дышу твоими ароматами, делаю вдох и падаю, чувствую в каждом атоме любовь. Наши судьбы плеяды и небо как одеяло. Мы потерялись и встретились, но это лишь снится мне. Я бы встретил тебя даже через миллион лет. Среди бесконечности небесных тел. Мы с тобой обвенчаны парадом планет. Нет, это не снится мне. Я бы встретил тебя даже через миллион лет. Среди бесконечности небесных тел. Мы с тобой обвенчаны парадом планет. Это лишь снится мне. Друзья, прослушали динамики, что получается в итоге? У Light Audio главный девиз, как будто бы в компании, это баланс. У них крайне хорошо получается на всех громкостях сохранить абсолютный баланс между средними, высокими и низкими частотами. У Blama здесь немножко по-другому. Высоких порой не хватает, средних всегда достаточно, низких всегда много. При этом диффузор у Blama тяжелый и жесткий, поэтому получается хорошая глубина. Однако вот динамики порой не хватает. У Light Audio наоборот. Динамики много, глубины порой не хватает. Если же говорить про настройку, то у Light Audio как будто бы нет своей манеры. Они крайне гибки в плане настройки, и можно добиться звучания, скажем, похожего на Audison, который имеет очень яркие, высокие, прям крикливые высокие. Можно же, наоборот, добиться чего-то типа, скажем, Best Balance, у которого больше середины, мало высоких и, ну, средне-низких, скажем так. В общем, они крайне гибкие в плане настройки, и можно добиться того звучания, которое нужно и нравится именно вам. Причем на отдельных треках это также хорошо проявляется. Мы их подостроили немного под Скриликса, послушали, и там получилось прям достойно. Хотя Скриликса сыграть это еще надо постараться. В общем, вам примерно ясно, что из себя представляют эти динамики. Наш коллектив весь ими прям восхищен. Некоторые уже планируют ставить себе в автомобили. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Кстати, в наличии в магазине Modern. Ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте себе качественную акустику.